Всем привет! Привет, ты зашел сегодня ко мне на канал в гостях у Павловны. Ну что, друзья мои, для полного счастья мне вот не хватало только вот этих яиц. Как говорится, уж по полной загружаться, по полной. И вот сегодня забрали мое яйцо в одной из птичьих групп, как я уже, кто знает, что состою в птичьей группе. И вот прошлый год, позапрошлый, там беру яйцо. И в этом году я уже давно заказала 20 индюков, но я заказывала бройлер Hybrid Convector, а мне дали 6 от бронзовых дали и 14 тоже какой-то бройлер, но я посмотрю, уточню и впоследствии я вам скажу, какой будет у меня индюк. И 20 яиц взяла Loman White. Уж сильно эти курочки нравятся у меня мужу. Они прошлый год у нас были, позапрошлые. Несутся как из пулемета. Муж доволен, они худые, как велосипеды, я всегда говорю. Но яйцо всегда. Тех убрали старых, и надо обновить в этом году. Вот 20 яиц заказала. Так, и уже инкубатор включила я на квартире. Сейчас у меня яйцо прогревается, пока переворот не включила. Две ванночки налила, если кому это интересно. Температуру выставила 38,3. Ну, сейчас видите, слышите, что пикает инкубатор и идет прогрев яйца. Затем я еще здесь пока на квартире. Муж с сыном сегодня ламинат здесь стелили в комнате, я потом вам покажу. Ну, а я после работы, меня муж привез сюда на квартиру. Здесь инкубатор. Еще взяла аптечку. Вот такую. Специально для индюшат. 350 рублей стоит и аптечка. Посмотрела здесь в основном витаминки. Для альбен, для глистогонки, что потом позднее. Ну, в общем, прочитаю, что... По мере потом буду рассказывать. Никаких антибиотиков я там не видела. Ничего. Ростим для себя птицу. Мясо хотим вкусное. Но все равно на первой стадии это буду давать метродинозол. Так что, как говорится, по полной загрузилась я. И в этом году большой риск все-таки яйцо. Брать это яйцо пришло из Франции. Конечно, недоброжелателей хватает у нас, но все-таки рискнула и заказала. Многие отказываются, конечно, не хотят рисковать. Да, это не дешевое удовольствие. Вот эти 20 яиц, 20 тех и 20 тех, я 5000 заплатила. Корм, запасла корм на первый период. Сейчас пока 28 дней индюшата, 21 день куриное яйцо. Но пока эту недельку они будут вместе. А там я потом второй инкубатор включу, когда надо будет уже охлаждать на 11 сутки. И здесь же вывод начнется куриного раньше. Поэтому я сделала так. И вывод цыплят начнется. Я уже думаю, что я буду все-таки здесь жить. Мы, наверное, недельки через две все-таки будем уже обосновываться, потому что... Ну, что-то, если даже не доделаем, то будем в процессе проживания что-то доделывать, потому что за две квартиры, сами понимаете, оплачивать очень накладно. Я лучше на эти деньги корм дополнительно еще куплю. Два мешка я уже говорила, запасла для индюшат ПК-11 Богданович и ПК-5. Ну, получу еще, мне надо, потому что цена, конечно, в сторону увеличения. Неизвестно, как дальше будет. Но, думаю, все будет хорошо. Как говорится, с Богом вот сейчас. Пусть идет, яйцо прогревается. Вот уже 30 градусов здесь температура. 38,3 будет, когда прогреется яйцо. Но еще здесь, на квартире, прогреется. Я думаю, что все будет хорошо, с Богом. Так что...
Ну что, хочу показать, что у нас тут идет работа полным ходом. Прошлый выходной это наклеил сынок обои. Вот такие у нас обойки. Да, плинтуса надо будет нам тут. Да, Сережа? Сейчас, сегодня, в этот выходной у нас ламинат. Я на работе, они тут вдвоем с отцом. Ламинат постелен, сейчас плинтус. А у нас, оказывается, здесь 2 часа выбывает из работы. Сосед приходил снизу и сказал, что давайте с часу до 3 сверлить не будем. А сон час попьете чайку, и поэтому 2 часа у нас выбывает. Отдыхает, папа там даже стелил себе эту курточку и отдыхал. Сон час, так сон час сосед объявил. Вот такая у нас будет такая комната. Ламинат хорошо, да? Это... Внутри...